Меня зовут Наталья Эренбург. Я владелец собаки Бассинджи по кличке Итури Пазл Ульф Баварский. Просто называем его Арчи. Всегда хотела устроить для своей собаки фотовыставку, фотосессию, чтобы оставить здесь в памяти кадры такие хорошие, качественные о моей любимой собаке. Вот. И познакомилась с фотографом Екатериной Серовой. Вот, у нас состоялась сессия на природе. Вот, и результаты ее работы мне очень понравились, очень интересные кадры, планы. В общем, очень все понравилось. И работать было легко, и то, что получилось в итоге, мне очень все понравилось. Советую всем обращаться к фотографу Екатерине Серовой. Она специалист именно, так как она владелец собак, она знает все тонкости работы с собаками, с животными, всю специфику работы с животными. Поэтому советую всем, обращайтесь.